Уважаемые участники, я хочу вам представить мою любимую поэтессу Оксану Ставни с очень душевными, трогательными стихотворениями. Спасибо, Оксаночка. У Оксаны есть проект, называется «Стихотерапия». Это психолог, арт-терапевт, наличие с помощью своих стихотворений. Оксаночка. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы знаете меня под фамилией Рыбась. Я на Тавале как-то пыталась считать который раз. Ну, я не пропускаю Тавале где-то лет 5. И вот удивительно, но у меня сегодня концерт называется «Возвращение домой». Я чувствую Тавале как место, в которое хочется возвращаться, да? Я говорю об этом своим друзьям, своим близким. Вдохновляюсь Тавале. И, если честно, второй раз, да, здесь проходит, в этом конкретном месте, концерт, фестиваль, да? Вот ровно 3 года назад, в этом месте, в первый день своего Тавале, я познакомилась со своим будущим мужем, нынешним мужем. Поэтому для меня это действительно возвращение домой сегодня, с опытом этих нескольких лет. А Танечка сказала, что занимаюсь стихами. Да, занимаюсь стихами, и не только стихами, и сказками, и историями. И то, что сегодня будет звучать, оно в чем-то терапевтично, а в чем-то оно просто красиво. Поэтому я надеюсь, что вам будет приятно, ну а мне приятно уже просто здесь стоять. Сегодня немножко отойду от своего обычного режима. Мне всегда казалось, что настоящий поэт — это тот, который помнит свои стихи и без всяких шпаргалок выступает. Я сегодня буду со шпаргалкой и со стульчиком. Мне хочется чувствовать себя дома, и мне очень хочется, чтобы вы сейчас чувствовали себя дома. Итак, я начну с программного, с того, что я очень люблю среди своих стихов. Стих, который называется «Гитара», и который для меня, в общем-то, о том самом, ради чего все. Старик стоял с гитарой в переходе и по копейке собирал признание. В мелодии он находил призвание. Он радовался девочке, что слушать его ходила каждую неделю, сбегая с лекций по каким-то правам. Она была права, как правы птицы, которые летят на юг, на зиму. И он, играя, мир творил в порыве, как только видел, как она смеется. Проходит все. Года, успехи, силы уходят. Все, а сердце остается. Итак, возвращаемся домой, до дому. Повернутись до себе, наче після розлуки, коли небід у небі заламав крила руки, зграє клином у вітер, зачіпаючи миті, що в безвість розкриті на колінах століття, як струна контрабасу, час розтягся у вічність, крики птиць, дикі фрази, сни пролились у вічі, обранкові пороги вже оббилася втома, перемігши знемогу. Повертаюсь до дому. Дякую. Дом. Дом. У каждого с этим словом свои ассоциации. Я попрошу вас сейчас закрыть глаза и просто представить, что для вас дом, кто для вас дом. Какое это состояние, какое это ощущение. Вот что это для вас? С этим состоянием можно побыть. Если оно приятное, его можно внутри себя поселить. Если оно неприятное, его можно изменить. Это состояние. Вы согласны, что дом — это состояние?
это не только квадратные стены и даже не только люди. Это то чувство внутри. И вот об этом чувстве, которое спасает. Сегодня и завтра в сговоре. Вчерашний бьет набат, а мира и воин поровну скажите, кто виноват. И в этом безумном месиве, что души сжигает в прах, растет винтовая лестница сквозь сумрак, сомнения, страх. И ввинчиваешься ступеньками в пространство немой подъем. И в мире таком изменчивом единственный якорь — дом. Рука держит руку смелую, родную, аж кровь горит. И жизнь та, что под прицелами любовью заговорит. Ты близко, мое стремление. И тонут в тиши слова. Есть в жизни закон нетленный. Любить значит создавать. О том, как создавать следующее. Пыль дорог изъела обувь. Руки прочь, ты чё от печали. Я не смог по-другому с чистого листа начать. Выходил, врата горели, я спасался так, как мог. И вело вперед не дело предательства дорог. Я познал природы, роды, был и рысью, и змеей, псом забитым, беспородным, соколом, моллюском, тлей. Сколько жизни, сколько рока, что за жребий выпал, Бог. Мир сворачивался в кокон, расстилался, словно мох. Мир играл со мною в прятки, вел меня, гонял, бросал. И век мой долгий, срок мой краткий. Надо мной небес, а скал. Человек во мне истаял, превратился в камень и лес, перешел в пески и стаи, в тень всего, что на земле. Но однажды все заныло, и от жажды извелось. Я увидел то, что мило, взгляда блеск, шелк волос. Вздыбились мои пустыни, изобили родники. Собирался воедино, склеивал свои куски. Как лоскутная простынка вышел ей навстречу я. А она была травинка тонкая и светлая, беззащитная, святая. Руки, крылья, сердце, рай. И мой камень начал таять. Уголь мой огнем сгорать. Вспомнил дом. Семейный ужин, мама слова, взгляд отца. Вспомнил бой, где контужен. Вспомнил свечку лица. Встречи подарила небу и омыла, как вода. Человека человеком создает желание дать. Вот только с этим желанием, наверное, можно выходить на эту сцену. Можно говорить. Говорить о том, что по-настоящему дорого, что по-настоящему ценишь. Делиться этим. Итак, знаете, мне, как человеку, который ведет психологические группы по судьбоанализу, очень интересно это понятие «судьба». Что это? Как это? У Макса Фрая, писателя фантаста современного, есть такие слова. Судьбы нет. Есть только выбор и его последствия. Вот следующий стих об этом. Линии жизни. Линии жизни пересеклись и осели, как оседают дома, когда люди в них не понимают, что происходит, а только видят. Вот была свобода, а теперь, похоже, тюрьма. И глядят назад, и переписывают исходник.
Линии жизни врут, ведь маршрута нет, это обрывки чужих дорог, чужих стремлений. Это место, где пируют вдвоем жизнь и смерть, где встречаются на перепутьях дурак и гений. Линии жизни смешались, впитали кровь, алым заря заразилась святая, и человечество смотрит, как заспанный крот, на грядущего птицу, что вдали пролетает. Линии жизни подводят безумцев лицом ко рву, делают их слабее и дарят им счастье вдыхать это небо, падать в эту траву, мед и росу слизывать, как причастие. Линии жизни пересекаются, это удел земной, это суть, электрическое напряжение. Если ты хочешь быть с кем-то, то будь со мной. Вместе нам линии жизни дадут движение. Спасибо. Спасибо большое. Приятно видеть, что нас все больше. Правда. Да. Линии жизни. Не хочу такую глубокую глубину. Давайте немножко хорошим, светлым и теплым. О таком музыкальном. Музыка сфер. Я давно не торкала рукою струни. У долоньках уяви дивилася сни. Водограї музичні зі мною завжди. Напиваюся з них, наче правди води. Лабіринт не лякає, бо нитка міцна. Ця життєва мелодія, нотна струна. Аріадна веде у незнані світи і назовні виводить удалеч плести. І впиваюся сонцем, як перше дощем. Відчиняю квартирку у всесвіт ключем. Роздягаю мелодію лину у ню. І торкаюся неба, любові, вогню. І струна, наче стрілка, сопілка, стріла, що хотіла лунати. І лунати змогла. Проростає у звуках, проймає до сліз, і планети поєднує райдужний міст. І зливаються правда, добро і краса. І звивається з них триєдина коса. Ми прямуємо зоряно серце. В танку на молочному вічнім шуманським шляху. Для меня это как раз вот это состояние. То состояние, ради которого давали. То состояние, ради которого все. Душевность, теплота, открытость. Кстати, для Тавали у меня тоже есть стих. Я его очень люблю и всегда читаю. Называется он «Косковый мист». И это тоже слово о возвращении домой. Там цвіркуни на гуслях вітру грають, там хмари випливають з лона гір, там папороті квітка зацвітає, там небо дивиться очима зір, і світ росте і дихає вагітно, і світ, мов сонях, тягнеться увись. Світанок розкривається, мов квітка, по ньому воєдино ми злились, і ми росте. І ми таке велике, ми вже перетворились на сім'ю. На інших вулицях я бачу ваші лиця. Світ любить нас. Я вас люблю, люблю. Что говорить? Что говорить, когда приходят и спрашивают, а здесь такая-то? Нет, ее больше не приходите, она не прикаянна. Она заблудилась в лабиринтах стихов и памяти, она взлетела ввысь и сорвалась вниз, и упала каменная. И был закат.
настал рассвет, и никто не ждет. И ветер стих, и прозрачен свет, и война идет, но тот, кто любит, приходит снова, приходит вновь, приносит горсти стихов и соли, любви и слов, и будоражит, и будет песни и голоса, мы будем снова, мы будем вместе с тобой плясать, мы победим, и чуму и доль споем с тобой, ты будешь морем, ты будешь солон, а я прибой, я нежно струнно тебе дотронусь, тебе спою, и будет слово едино в рунах, а мы в раю, и только солнце, и только слезы, и смех, и сад, и после войн ты уже не сможешь идти назад. Когда у мира болело сердце, мы были там. Мы шли по свету, нам луч рассветный давал устав. Ты оживаешь, я оживаю. Весна капель, февраль не вечер. Другое будет июль, апрель. И живо слово, что будет души и чудеса. Мы будем снова, мы будем вместе с тобой плясать. Спасибо большое. Очень приятно. Понимаешь, дожди весенние. Это весело, горячо. Понимаешь, засеем семенем землю в мае, потом еще. Понимаешь, когда вокруг сейчас это буйство, желание жить, все бунтует и тянет к речке нас, чтобы лед ее сокрушить, и симфония разливается перепевами соловья, и напев твой звенит и дразнится, и я вторю ему, творя в этой неге лугов распушенных одеялом трав полевых, ты нежишь меня и душишь, и так рождается новый стих. Спасибо. Что любовь? Это в мир окно, океан, где не видно дно, когда двое равно одно, когда стала вода вином, путеводит твоя звезда, и ты чувствуешь навсегда. Если спросят, ты скажешь: да, просто стало вином вода, и из сердца растет зерно, и тепло так, что аж темно. Мир един. И так суждено, что вода и вино одно. Спасибо. Да. Есть такое слово в украинском языке. Свічадо. Свічадо – это зеркало. Но не просто зеркало, это гладь воды, например, гладь озера. Вот то, что отражает, вот то, что дает истинное отражение. Следующий стих называется «Свечадо». В этом свечаде видно, какой ты по-настоящему там, где-то в глубине себя. И что тебе по-настоящему нужно. Сейчас этот стих, а каждый может посмотреть туда, в это зеркало. Заквітчалися часом століття, непритомно, невтомно, нещадно. Розчинилися згірклені миті, бо весна заступила на чати, і життя не здається безцвітним, коли, знявши канонів печаті, можеш знову себе сотворити, можеш знову навчитись прощати,
Ця стихія завідно підзвітна, сонце істини, роси печалі, серце стук відбивається ритмом, об'єство мелодійно звучальне, всі терзання і муки прикриті, і душа, наче сонце в свічаді, коли є іще з ким говорити, коли є іще з ким помолчать. Следующий стих называется «Мечта». Мне его очень хочется прочесть. Я не помню, сколько лет не читала. Но вот сейчас здесь захотелось. Где голос твой, тот далекий проблеск туманный мут? Роса слезами стекает в полдень, светла минута, надежда греет, и вера с нами. На побережье, где камни прячут избыток скорби от взора неба, рочит море под сон прозрачный, во след невзрачный и спитой неги. Осталось мало в бесшумье выси шуршащих пауз, ведь море грозно, ведь солнце льется, а сон немыслим, мечта боится, что будет поздно, желая сбыться. Желая сбыться, желая сбыться, взывает к звездам. Спасибо. И пусть мечта и взывает, и зовет. Дом состоит из мужчины и женщины, например. И того, что они создают. Мужчина и женщина. Когда ветер играет бесчинно и бушует вокруг, буря злющая, женщине нужен мужчина, как спасательный круг тонущему. Когда сон не приносит радость, алкоголь не дает блаженства, как слава, а не как сладость. Мужчине нужна женщина. Мы так долго ходили кругом, друг без друга слепо глухие, потому что принять друг друга, когда тронутся до стихии, жизнь сама нас всему учила, так привычно и так доверчиво. Женщине нужен мужчина, мужчине нужна женщина. И тогда получается мы. И тогда это мы оживаем. И живем. Желать своего мужчину любимого не грешно. Желание тянет в пучину, и ты раскрываешь окно, и видится мир пустынный с горячим сухим песком. Горячие. Мы не стынем, мы брызжемся кипятком. Слетаются птицы в стаи, гроза приближается, и двое единым стали лишь. Прядь убери с лица, и эта волна в экстазе оргазмом земли пройдет по дереву и по стали, сожжет и растопит лед волнения. В волны влились и тянется некий мед. Столб огненный вольно вырос, что должно произойдет. Две разных реки смешались, две речки слились в одно, поссорились, поякшались и стали бурлить вином. И двое влюбленных вместе из неги сыграли блюз. И стали единой песней, и в ней обрели союз. В пустыне теперь не пыльно, там влажно и зелено.
желать всем сердцем, всем пылом любимого мне Гришу. Спасибо большое. Продолжая тему. Будут мили, километры, сотни тысяч троп. Будет солнце, желтый ветер, спущенный курок. Целься в воздух, целься мимо, хоть мишенью сна. Мы с тобою пилигрим под прицелом сна. Ночь, такая небылица, что хоть стой, хоть вой. Ночью все чужие лица, как альбом живой. Сам не свой ты, бродишь в соснах в трех и ищешь дом. Кто сказал, что это просто, тот сказал с трудом. Дом, такая микросхема, не спаять, не спит. Доказать, как теорему, встретить, как рассвет. Дом желанием, дом, как жажда. Дом, как сладкий плен, счастье, что семиэтажно, ветер перемен. Счастье хочется с тобой. Пусть оно кружит, ведь тогда, когда нас двое, очень вкусно жить. Спасибо, Даша. Собственно, вот это вот чувство, когда вкусно жить. Не ориентир ли это? Не цель ли? А мы прорвемся. Мы прорвемся, как в лузу шар. Как стрела до древка в мишень. Мы приручим внутри пожар, выйдем из мира миражей. Мы познаем слепой полет и сознательный поворот. Бесконечно горчащий мед и до жара холодный лед. Мы увидимся в отражении зеркала у двери, и на радостном вираже гнили плесень дотла сгорит. Мы познаем, что мир един в предрассветном восторге дня, и в закатной пыли сидим, и в ночной тишине огня. Мы притронемся к пустоте и позволим ей рядом быть, чтобы сладкий нектар побед не увел со своей судьбы, чтобы помнить, что мир велик, и купаться в нем каждый день, достигать, постигать и плыть, доверяя своей звезде. Мы приручим подкожный жар, но пока пусть еще горит. Будет солнце слепящий шар в бархатистой лузе зари. Спасибо. Ты мое да среди множества. Нет. Ты мой костер, не залитый водой. Ты мой рассвет, позолоченный свет. Знаешь, ты мой, без меня и со мной. Шрамы песка заливает волной. В шрамах любви были боль и тоска. Кем бы ты ни был, ты есть мой родной. Ты моя жилка, что бьет у виска.
Ты мой причал, когда буря близка. Ты мой фитиль, когда факел погас. Пик мой пологий среди острых скал. Я твоя муза, а ты мой пегас. Будь жив всегда и теги, как вода, и как земля. Возрождайся весной, ты мое дерево, жизненный дар. Будь жив всегда, без меня или со мной. Спасибо. Стихов всегда жарко. И, наверное, это повод прочесть стих, который называется «Огонек». Рвется, бунтует, просится, горечь души душа бьет меня в переносицу, радостно мельтеша. Муза такая дерзкая, резкая, как порез. Я с ней иду и в детство, и в старости темный лес. Это такая девица, не подходи, убьет. И на нее надеяться в омут или в полет, с ней совладать, повеситься, руки изрезать кровь. Мне в ней мелькает мельница, что с жерновами слов. Буйствует и бунтуется чудо мое внутри. Этот огонь задуется, но пока нет, гори. Я дивлюся и сяю, бо знаю, жива. И у хаща лукаю, шукаю слова. Ріжу серце і руки об грані віків, та об розпач і муки, болючі думки. А знаходжу раптово зненацька, як грім, і сплітаю це слово із серцем своїм. Дякую. І стих, яким можна починати, а можна закінчувати, історія його такова. Було відкриття, що в старославянському язикі два слова «начало» и «конец» имеют общий корень. Вот об этом. «Кінець» и «початок» єдині. Займався ранок, вологодендітне проміння створило замок. По ньому до сонця 100 сходів. В пелюстках неба ця квітка розквітла на сході, як око нерва. Кінець і початок єдині. Минає вітер, у хвилі влилися хвилини чекання. Світла є тільки 100 кроків до неба. Хіба це відстань? Ми – човники сплетених нервів, а сонце – пристань. Спасибо, Таня. Если будет возможность, ей-богу, я приду еще на эту сцену. А пока что я приглашаю завтра на мастер-класс по стихотерапии. Чем богаты, тем и рады, что умеют и дают. Спасибо большое за ваши светлые лица, за ваши глаза, за ваши улыбки. Я счастлива. Спасибо. Спасибо, Санечка.